нарульная сумка от Ortlieb. Как и вся продукция этого германского производителя, сумка обладает поистине невероятной влагозащищенностью. А это значит, что ваши вещи в велопоходе останутся сухими и чистыми. Сумка крепится к рулю посредством текстильных застежек, а для большей надежности контрится специальными стропами. Каждая стропа имеет регулировку, поэтому данная сумка может быть установлена на любой модели велосипеда и на огромном количестве вариантов руля. У данной сумки два входа, закрытых по принципу roll-top. Это позволяет расположить в ней вещи так, как вам удобно. Кроме того, в поисках необходимой вещи вам не нужно будет перерывать всю сумку. Достаточно открыть тот вход, который вам необходим в данный момент. Сумка снабжена нанесенными на нее светоотражающими элементами, что повысит вашу безопасность в велопоездке. У сумки есть специальная резиновая стропа, которая может пригодиться вам, например, для того, чтобы разместить здесь влажную после дождя куртку, либо тент палатки после ночевки в сыром лесу. Таким образом, мокрые вещи не будут контактировать с вашими вещами в основном отделении, а будут спокойно ехать снаружи, одновременно просыхая. Для чего может быть предназначена эта сумка? Во-первых, в нее вы можете положить то, что вам нет необходимости доставать в течение всего вашего велодня. Например, палатку. Габариты данной сумки позволяют разместить здесь палатку вместе с дугами. Кроме того, здесь же можно разместить тент, можно разместить здесь надувной коврик, можно разместить здесь небольшой летний спальник. Сумка выполняется в двух размерах, это 15 литров и 9 литров, что позволяет разместить ее на любом типе руля, вне зависимости от того, широкий у вас руль, либо узкий, прямой, либо гнутый баран. Эти сумки подойдут к любому велосипеду. Посредством специальных креплений к данной сумке можно присоединить дополнительную сумку для аксессуаров от этого же производителя. Достаточно зацепить специальные крючки в предназначенные для этого петли. А после этого контрольно закрепить текстильными застежками типа липучки. Основное назначение нарульной сумки – это распределить багаж по всему вашему велосипеду, то есть уравновесить переднее и заднее колеса вашего велосипеда, что немаловажно в велосипедных поездках. Поэтому совместно с подседельной сумкой, сумка нарульная от производителя Ortlieb – это отличное решение для перевозки вашего велобагажа.